12 марта 2022 год, Харьков. Товары для детей Сонечка. Да? Это был стратегический объект военный, где прятались натовцы, да? Как вот в Мариуполе там разбомбили роддом. Там были натовцы. Рожали как раз. Ребенок погиб, 3 взрослых. Так и здесь натовцы. И вон тоже котельная, там же в котельной нацики были. Нацики-наркоманы. Вон там 16-этажечка тоже. Там тоже нацики-наркоманы. И вон тоже, ну, куда ни кинь. Просто пакетов градов не хватает нашим мыши-братьям, чтобы всех их перебить. Да, вот эти дома, они тоже там горелые. Просто сейчас не видно. В предыдущий дубль можно посмотреть. Да, 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 да. Товары для детей. Чтобы сдохли, блин, гребаные мыши-братья.